находимся на открытии самого масштабного модного мероприятия Южного Казахстана – Международной недели моды Аспара Fashion Week. Буквально через несколько минут дизайнеры из 22 стран мира представят здесь свои шикарные коллекции. Оставайтесь с нами!
вдохновением для создания этой коллекции была моя мама и ее работа. Потому что у нее есть магазин свадебных платьев. И вообще, она удивительная женщина. А также я вдохновляюсь работами других известных дизайнеров. Какие у вас впечатления от Аспара Fashion Week? И сразу ли вы приняли предложение поучаствовать и прилететь в Шымкент? Also because I love Kazakhstan. Kazakhstan is an amazing country, and also the people. Конечно, сразу, потому что она проводится в Казахстане. Казахстан — прекрасная страна. Здесь такие чудесные люди, они такие счастливые, такие веселые. А я очень ценю такие качества в человеке. А еще я сразу приняла предложение, потому что я знаю Айдархана. Он для меня как старший брат. Потому что за 2-3 года подобных мероприятий мы все стали одной большой фэшн-семьей. И я очень рада быть здесь. We'll be right back.
сюда, я специально приехала, чтобы посетить Aspara Fashion Week. Очень интересное мероприятие, которое организовано на высоком уровне, на международном уровне, стоит это признать. То количество специальных профессиональных гостей, которые приехали в Шымкент, конечно, поражает своей масштабностью, своей компетентностью. И, признаться, я довольно часто принимаю участие в такого рода мероприятиях, но такой плеяды профессионалов в одном месте одновременно мне наблюдать не приходилось. Поэтому хочется поблагодарить организаторов за колоссальную работу, которая проделана не только в эти последние месяцы, а на протяжении всей творческой и профессиональной карьеры, потому что такие коммуникации нарабатываются с годами. Но, знаете, мне кажется, у многих были определенные сомнения, насколько правильно выбрано место проведения, потому что, будь то этот проект проводился бы в Алма-Ате или в Астане, то, разумеется, определенная целевая аудитория непременно посетила бы это событие, и которое, скажем так, более притязательно и якобы разбирается во всем этом. Но мне кажется, наоборот, от того, что точка зрения и точка центр тяжести переместился на Шымкент, у города появились возможности появить себя, проявить свои все туристические потенциалы, какие только возможны, потому что фэшн-индустрия в целом в мире является таким прекрасным ивентом для притяжения внимания и вообще определенных гостей, да, такого уровня. Поэтому, мне кажется, место проведения очень удачное. Более того, здесь и природно-погодные условия благоволят для того, чтобы помимо проекта посетить еще какие-то достопримечательности, получить удовольствие и лучше узнать Казахстан. Мне кажется, организаторам и местным партнерам нужно, скажем так, обратить внимание на данный проект, держаться за него и делать его определенным брендом Южно-Казахстанской области. То, что сюда приехали такие гости такого уровня, это показатель большого потенциала данного проекта. Поэтому даже если Aspara Fashion Week впоследствии будет проводиться и в других городах, но это нужно провести к тому, чтобы приглашали как специального гостя. Thank you.
Я посвятила эту коллекцию стране, в которой проходит наш показ, Казахстану, ее людям, ее земле, прекрасной природе, животным и вольным птицам. Всю эту коллекцию я сделала для этой страны, для людей, живущих здесь. Название этой коллекции — «Казахстанская зима», и музыку я подбирала специально под коллекцию. Всего неделю назад этих костюмов не было. Я очень идейный и вдохновляющийся человек. Иногда мне просто не хватает времени, чтобы реализовать все мои идеи. Все эти платья и пиджаки я шила собственноручно. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Я безумно рада находиться в этом прекрасном городе. Я здесь первый раз, кстати. На этом фэшн-шоу мой дебют. Я с Ташкента. Мне 33 года. Я молодой предприниматель. И параллельно модель, актриса. А на данный момент я представляю коллекцию дизайнера из Польши. Как вам самой? Вы бы вот в жизни так оделись? Вы знаете, с удовольствием. В ночной клуб, в ресторан, автопати. С удовольствием, просто в восторге. Он легкий, он компактный, он совершенно не стесняет движения. И самое главное, он моего любимого золотого цвета. Just like a baroness, middleman from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, love you came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
keep some Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. Just like a baroness, middleman from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Что на сегодня в Казахстане я единственный дизайнер, который входит, который показывается практически во всех неделях моды Европы и Азии. Бренд Аспара – это пока то, что единственный бренд, который официально работает в программе, в официальной программе Миланской недели моды. И поэтому вот часто бывая на европейских, на азиатских показах, участвую на этих неделях моды, у меня была всегда мечта создать такую неделю моды. И помимо этого, еще одна веская причина тому, что очень много у меня друзей, президентов, представителей, директоров недель, европейских и азиатских недель моды. Кроме того, очень много именитых дизайнеров, с которыми я уже давно работаю и которые почти как бы друзья. Поэтому каждый раз, посещая эти недели моды, они меня всегда спрашивали, где Казахстан, что из себя представляет Казахстан. Я все время шутя говорил, что когда-нибудь вы приедете в Казахстан, увидите, что такое Казахстан, что это великая страна, страна великой степи, есть культура, есть обычаи, есть традиции, которые вы видите уже в стилизованном виде сейчас на ваших неделях моды. И, к счастью, это состоялось. Мы проводим Аспара Fashion Week именно в Чимкенте. Чимкент, потому что он в рамках Рухани Жангыру считается одним из сакральных мест Казахстана, и поэтому я не знаю следующее мероприятие, где пройдет, но, по крайней мере, мы стартанули из города Шымкент, потому что, в конце концов, нам надо... Мы не так балованы тем, что у нас проходят какие-то много показов или дефиле, или же какие-то другие модные тусовки. Но профессиональный уровень, именно профессиональный уровень показывается, стартует с сегодняшнего дня. И эта неделя моды стартует с конкурса
дизайнеров практически с СНГ, можно сказать, даже Китай участвует. И это, я считаю, что это сегодня у нас как бы генеральная репетиция к завтрашнему, послезавтрашнему и к субботнишнему показу, где уже свои коллекции покажут именитые мастера, профессионалы своего дела. Абсолютно верно. Почему? Потому что, как вы обратили внимание на членов жюри, практически сидят представители, директора, президенты известных в мире недель мод. То есть они оценивают эти работы, если им эта как бы работа дизайнера понравится, то они могут пригласить на свою неделю моды, дать возможность нашим казахстанским, СНГовским дизайнерам вступить вот в большие подиумы мира.
я прилетел 9 числа с утра, и сразу же мы отправились в Туркестан, который оставил у меня просто какое-то неизгладимое впечатление о строениях, о быте древних народов, населявших Казахстан. Впечатление было море, потому что ты считаешь, ты ощущаешь себя некой песчинкой вот в этом потоке времени, которое было когда-то. И эти строения до сих пор стоят века. И это, конечно, я был просто вот, ну, восторг у меня был просто, переполняло меня. Вот многие вообще люди творчества признаются, что они свои какие-то шедевры творят именно после, вдохновившись поездкой в какой-то там город или в какую-то страну. Вот у вас после посещения Казахстана будет желание вот нашей области создать какой-то, уже какие-то нарисовки, может, имеются? В любом случае, я люблю народные костюмы. Вот сколько я себя помню, я всегда работал с народными костюмами. Я родом из Киргизии, и, ну, так скажем, одни из первых коллекций у меня также были стилизация киргизского костюма, стилизация азиатских нарядов. Сейчас я живу в Казани, и я работаю над стилизованными костюмами татарского костюма, которые достаточно востребованы в Татарстане, в Казани. То есть какие-то идеи я могу почерпнуть от народного костюма казахов. И, может быть, где-то внести в костюмы, которые будут. Ну, на самом деле, я долго хотел как-то использовать лирику Пушкина. Прям безумно хотелось. Ну, не приходило никакой идеи, пока мне вдруг не пришла идея, что я могу сделать вышивку на сетке. Но так эта сетка, в общем-то, в коллекции она проскальзывает, но я решил пустить через всю коллекцию строки стихи Александра Сергеевича «Я помню чудное мгновение». И этот стих проходил практически через всю коллекцию. Костюмы отдаленным образом напоминали времена, но в то же время они современные. И очень хотелось бы, чтобы эта коллекция была оценена именно в плане смеси некой исторической концепции и современности. Ну и опять же лирика Пушкина, она всегда была, будет есть, вдохновлять художников на какие-то творения, молодых людей на какие-то поступки по отношению к своим любимым. Ну, поэтому хотелось, чтобы она была такой же нежной, лиричной и, надеюсь, волшебной.
Вдохновение пришло, когда я выхожу на улицу и при восходе солнца я смотрю на небо, чистое и немножко полукрасное, и оно мне очень нравится. И эти лучи солнца, они отражают на землю, получается, и от них и выходят все цвета, получается. Синие цвета, красные цвета, зеленые иногда бывают лучи солнца. Все цвета радуги.
Я думаю, что в Шымкенте достаточно продвинутая публика, которую удивить довольно трудно. Здесь все у вас есть, все, что в больших городах. Мы поехали, посмотрели. Замечательный город, зеленый, нам очень нравится. Вот. Я никого не хочу удивлять, хочу просто порадовать, потому что я считаю, что любой форум моды – это праздник. Это праздник вкусов, праздник дизайна, креатива какого-то. Поэтому мы привезли коллекцию, которая называется «Городская охотница 3», потому что у нас как бы три года подряд делается в одном стиле коллекции. И под названием у нее называется «Черно-белое кино». Речь идет о девушке, которая современная, продвинутая, очень такая авангардная, которая может быть разной. Офисной, она может быть романтической, но вместе с тем она прекрасно помнит, как ее в детстве водили в кино, и она смотрела с родителями фильм с Грета Гарбо, с Марлен Дитрих. И вот эти образы она на себя примеряет. Поэтому вы увидите девушку, которая в образах черно-белого кино. А эта коллекция, она, конечно, не для всех. Она может быть для звезд эстрады, для людей, которые работают на сцене. Вот. Но часть моделей, она вполне визитная для какого-нибудь приема. Но это не подразумевает такие безумные вечерние платья, а нарядная, сверкающая одежда, где можно покрасоваться и показать себя и людей посмотреть. А вечерние платья вы считаете безумными? У меня есть и такие. Дело все в том, что в нашей жизни давно не было такой, вот, скажем так, праздника и красоты. Мы разучились в буднях завоевывания места под солнцем, разучились одеваться празднично. Вот сейчас есть события, вот как это, где можно как раз прийти в вечернем платье, почему нет? И такие платья у меня есть, вот, но они всегда безумные. Шымкентские девушки одеты очень современно, довольно стильно, потому что все тенденции и тренды, которые вот есть как бы во всех странах, они также есть и в Шымкенте. Шымкент ничем не отличается от других. Девчонки одеты модно. Вот я сейчас буквально шел из гостиницы, шла девушка в джинсовой куртке, у нее были такие огромные карманы, сине-зеленых блесток таких. Я так смотрю, думаю, молодец, девка, красавица. Хорошие девочки, хорошо одеваются, с хорошими лицами, симпатичными. Вообще у вас очень приятная атмосфера. Make it, take my heart, but please don't break it. Love was made.
Ostergast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht, Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir, nachmittags um halb vier. Oh, Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht, Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag. Thank you.
Такая шикарная кульминация от Рафа Сардарова из Москвы была в первый день Аспара Fashion Week. Не пропустите, оставайтесь с нами, мы расскажем, как прошли еще два дня самой модной недели в Южном Казахстане.